против 10 у оппонентки. Пока такая большая разница. Мы видим повыше как раз Алины Перейра, но и девушки в шортах одинакового цвета, черно-красных, но, правда, у Мейзи превалирует все-таки черный цвет, а у Алины красный. Перейра работает пока издалека, как мы видим, она так потоньше выглядит, чем ее соперница. Ну, здесь все-таки разница в росте, опять-таки, 9 сантиметров, это серьезно. Напомню, что вес одинаковый. Отступает назад сейчас Перейра, старается не подпускать соперницу ближе. Это классическое противостояние, более рослого спортсмена и менее рослого. Один будет пытаться сокращать дистанцию, а второй, соответственно, эту дистанцию сохранять и держаться как можно дальше. Можес пока долго выжидает, не получается ей сойтись близко. Фронтиками в основном действует Алины. О, хороший лоу-кик, очень такой тяжелый. Хай-киком отвечает Майза. О, хай-кик, он по перчаткам, да. Здесь боковые не зашли, они также застряли в защите. Хай-кик мимо. Продолжает держаться Перейра вдалеке, но в то же время и Мейза также пока не стремится уж очень активно сократить дистанцию, пока работает со средней в основном. Не самый быстрый поединок. Хорошо вошла на ближнюю дистанцию Перейра, пробила, правда не точно, но и разорвала дистанцию тоже правильно. Ух, издалека правый прямой, опасно в исполнении Алины. Маиза как-то застаивается, очень долго думает перед своими атаками, очень долго их готовит, ну и как следствие вот так вот пропускает навстречу. Хотя, казалось бы, она спортсменка более опытная. Контрит довольно неплохо Перейра. Работает и передней ногой, также и дальней по бедру соперницы. Вот попыталась вроде бы сконтрить сейчас Боржес, но, по-моему, ни одного удара чисто не пришлось. 35 секунд до завершения первого раунда. Я думаю, что, может быть, во втором раунде Маиза должна прибавить. Но, во всяком случае, я думаю, что ее секунданты на этом будут настаивать. Айтип не проходит у Божес. Перейра пыталась вот атаковать правым прямым. Колено неплохо. Тут же остановка. Вот ответ от Боржес, лоу-кик. Ну и все. Не самый быстрый, не самый